Привітання, поважані підписчики. Сьогодні до мене на урок трапила Наста. Звичайно, з міста к нам приїжджають і приходиться їх учити говорити на трощанці, тому що вони говорять по-рюски. У нас... Так не люди мішаєш. Ну, у нас Наста видатно говорить на білоруській мові, але це теж буде не вельми. Коли вона к нам прийде у райвиконкам, вона буде смущати наших чиновників, тому що вони не будуть нічого розуміти. Як мені ознайомитися з інструкцією, яка не дозволяє мені без дозволу старшині райвиконкама чи іншого твара здимати у Октябрському райвиконкамі? Іншого чого? Ну, лица. Поэтому я научу тебя говорить качественно, и мы с тобой изучим на трощаночке некоторые слова и словосочетания. Я говорю честно и откровенно. Жмящить у гнилку. Как ты думаешь, что это означает на трощанке? Упасть брудному твар, что-нибудь такое можно про аналог. Ну вот, у подсказку даю, что у дзяцінстве маці могла обіцяць, що змещіць у гнілку, калі ў 12 не прийдзеш. Ну, пра адказнасць нейкую дакладна. А мапаўцы могуць змещіць у гнілку. Гэта кадак к цябе крэпка набілі. Крэпка-крэпка набілі. От... Ну, вось, а юляла, што хоча да, што это... Змещіць у гнілку. Наступная ціліпацыя к гаўно ў прорубі. Цікаво, що би це могло бути. Коли поміж кабінету ходять от чиновники, туди ще де кофе п'ють, можна уживати це вираження. То бок ні хрена не делать, ходить туди-сюди. Ви знаєте, у мене два вищих образування, які дозволяють йти мені роботи туди, куди я хочу. Запам'ятайте, а то приїдеш к нам в Октябрьський, что-нибудь случится, обратишься в милицию на белорусской мове, они будут глядеть, как баран на новые ворота. Вот мы спрашиваем, есть у вас какой-то... Так на кой подставе? Подставе это как? Основание. Приходишь, говоришь, что вы тут челепающие говно у проруби? Зараз вас всех жмешу в гнилку. Я говорю честно и откровенно. Наступное слово у нас такое господарчее поветка. По веткам, Олег, проверка, да? Ну, мягких ассоциаций нема. По веткам. Добро. Там еще не двойка, наверное, будет. По веткам – это господарчая постройка такая, mm-hmm. дворы. Ну, ты вот у вёсцы отдыхала, там у бабули, ти... На летящих максимум. Ось. Там, где, звичайно, всякие эти бочки с зернем стоять и все такое. Вот это поветка. Коли мы вызначили, что ты по лету была у вёсцы, вот ты ведаешь, что такое сечкарня. Слово секче? Да, да, слово секче. Там есть какие-то дрова и какие-нибудь что-нибудь. Не, вот у поветки, звичайно, стояла сечкарня. Mm-hmm. Угу. Это коли бочвинья швиньям рвешь, и как бы смачнее было ещи, такая с колом великим стояла штука, пускали туда бочвинья, коло кручилось, и оттуда уже посеченное бочвинье, и потом уже варили швиньям. Цикаво. Вот вместо буфетов бы на первые этажи у райвиконкам сечкарнями поставить, да бочвинья хай бы ели. Я говорю честно и откровенно. Паклы. Паклы. Так, звичайно, волосы называют, да? На паклатые. Ну, на, не просто волосы, а это... Слипшиеся. Не, долгие волосы. Угу. Ось я, это зараз я больше такие, не, ну, модно. А я со школы с паклами ходил, с длинными волосами. Ну, ранее, видишь, ранее простей было. Ранее... Як? Іде паклати, значить, це той формал чи не формал. З грязними паклами, значить, панк. Ну, то бок, ніякі... Да, металіст. Да, там растаман, там з широкими штанинами, гэтымі, ніякі, гэтый репер.
лисиною, гэта зрозуміло, на корточках. Так. А зараз же непонятно, іджі волосатая, а оказывается, він просто этот. Просто подобається. На піаніно грає. Сейчас вообще некі толерантные, все. А раніше за паклы можна було особливо у Бобруйськи отримать. Ой-ой-ой-ой. Наступне слово у нас труситься. Труситься. Бояться. Или труситься. Ну, да. Ну, перше статься от страху чомусь. Ну, гэта... Тихутка рупацца там, што не нет, трушыцца. Ну, да. Што такое? Это труситься. Я могу иногда трусіцца. Это тремор з бадуна. Ці, калі ведаеш, калі па быты глядзіш, і ты вообще перед Григоричем стоять такие по стойке смирно, вот и они трущатся. А с раком поставили по углеводородам? Их трущить. Разумею, мне это, на жаль, не знаю, все на счастье. Я говорю честно и откровенно. Наступное слово коузаться. Коузаться. Ну, вот про коузанку, чипусь, первое пригадание, как поузать, там, что-нибудь такое. Вот на льду можно коузать. Но коузаться, ну, коузовка, это же как раз место, где катаются. Со своим хлопцем можно коузаться. А, ну это так само. Тут трощанка, ведаешь, трощанка, это такая справа, что слово одно, а сенса, ух, шмат. У гражи можно коузаться пьяным. Так само, ну, коузаться по гэтым калідорам, от, тоже от телепація говно в прорубі, у гэтым сэнсі так само коузаться, ну, коузаться туди-сюди. Універсальне слово. Да. Примак. Ну, это одразу примаки, да, у когось есть постанова про... У когось з наших класиків купали, подається, да? Примаки про природних, да, которые там видавали когось, жаніли чи щось таке робили, прибіжши ну, близькі родні. Ну, тут трошки другий сенс. Гэты, наприклад, у тебя ёсць кватэра, машина, а ты взяла у примы чалавека к собі. Угу. На ўсё готовое. Угу. То бок, это ёбар-террорист без родженої іщага. Mm-hmm. Вот, примак. Mm-hmm. Прийшов до тебе у примы жить. Да, ось так подається такий приблизно сенсу класиків був, да, я зараз пригадую. Такое буває, да. Мощь. Такое вот слово. Супер, дякую за поширення словниками запасу, докладно. Я говорю чесно і откровенно. По-перше, такую видаємо подяку. Ого. Покажи на камеру. Рамка деревянная со стеклом. Да. И вот. Ого. Кубочек такой. Файно. Дякую великий. Прям с цитатами Саурила. Клево. Дякую. Все, великий дякую. Всем добра. Махаем у камеру. Я говорю честно и откровенно.